За исключением нескольких рукописей народного писателя Тугульбая Садыкбекова, все остальные на злободневные, острые темы были опубликованы в новом 15-томнике. В издание также вошли произведения «Кока Саба», «Кюреш», «То», «Балдары», «Кенгсу» и многие другие. Мен бугишине улуттун, улутман, уулу. Тугульбай Садыкбеков был патриотом своей страны. Он был первым кыргызским диссидентом и на первое место всегда ставил интересы народа и его языка. Государственный секретарь также высоко оценил значительный вклад великого писателя в развитие кыргызской национальной литературы и культуры. Представители старшего поколения хорошо знакомы с произведениями Тугульбая Садыкбекова. Его значимые в общественно-политической сфере публистические и поэтические произведения занимают особое место в кыргызской литературе. Он первым создал произведения в жанре романа. Будучи главным редактором исторических очерков кыргызской советской литературы, создал знаменитый исторический роман «Гока Сова». В презентации приняли участие представители администрации президента Минкультуры, депутаты Жогорку Кенеша, Национальной академии наук, ученые, коллеги по Перу. По памятнику деньги все-таки выделили, но поздно. И скульптор сумел сделать саму модель, кстати, памятник. Работа скульптора сделана. И оставались освоить деньги по постаменту, архитектурной части, понимаете, да? Они освоились, это уже в зимнее время, в декабре, понимаете, вот потому что, ну что такое? Я говорю, ну давайте уж тогда дождемся нормальной погоды, сделаем. Две рукописи не изданы у него. Возможно, есть какие-то еще, это нужно исследовать, понимаете? Вообще, это деятельность для тех, кто пишет диссертацию по литературе Кыргызстана. Это не моя. Моя задача – сохранить. Мен кенсону жазган кезде. Классик кыргызской литературы был первым лауреатом государственной премии СССР, а именно сталинской премии третьей степени. Впервые в истории независимой республики ему было присвоено звание Героя Кыргызстана. Усен Кульбаев, Туркамиль Асанов, Алатау 24.